В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединения и соединения азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Министерства обороны. К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, будут привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений будут отрабатываться прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами. Минобороны отмечает, что в ходе учений будут использованы новейшая военная техника и оружие, которые были приняты на вооружение армии Азербайджана за последние 10 лет. Не забудь подписаться на канал.